Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. У меня экспресс-мастер-класс объяснение вот этого вот жилета. Ну и, соответственно, пишите в комментариях, если уж совсем много новичков захотят его связать подробно, то я свяжу. Значит, для начала, девчонки, нам нужны две мерки. Ширина бедер, давайте я за основу возьму 100, обхват бедер 100 сантиметров, и длину давайте возьмем 50, чтобы понятны были расчеты. У вас, конечно, может быть там свое число. Значит, первым делом, вот у нас одна будет вот такая вот конструкция со сгибом на плече. Вот, чтобы вы понимали, вот эта вот высота, это и есть длина изделия. То есть это наша длина, 50 сантиметров. От этой длины нам нужно отнять высоту рукава. Обычно это где-то 18-20 сантиметров. Минус 18-20 сантиметров. То есть... может быть еще шире, это вы уже ориентируйтесь на себя. Если, допустим, детский жилет, то это будет 15-12 сантиметров. Ну, в общем, я же говорю, я определяю высоту проймы всегда вот расстояние от большого пальца в растянутом состоянии, вот моя высота проймы. Это я когда вяжу на себя, вот ориентировочно, это моя высота проймы. Ну, вы ориентируетесь на свое число. Значит, если, допустим, минус 20, то здесь у меня будет 30 сантиметров. Вот, до этого рукава. Значит, с чего мы начинаем? Далее горловина. Горловина у нас достаточно там большая. Я почему пишу в сантиметрах все? Потому что вы будете вязать каждой из своей пряжи и будете по плотности считать. А ориентировочно в сантиметрах пример привожу. Да? Глубина этой проймы у нас где-то здесь впереди. Вот здесь вот. 12-13 сантиметров. Приблизить. Это глубина, да, то есть мы начинаем делать, если брать снизу, сейчас я все еще буду объяснять, это я по высоте, по сантиметрам, сначала мы определяем, сколько же нам вязать, значит, от 50 отнимаем 12, это будет 48 сантиметров, то есть от всей высоты я отняла вот эти 48 сантиметров. Итак, ну, по большому счету мы мерки как бы определили, самые глобальные как бы измерения, и можем начинать вязать. Сначала, понятное дело, вяжем образец, обхват бедер 100, и здесь мы делаем половину, 50 сантиметров. Вот, понятное дело, обхват бедер 100, это изделие, я имею в виду. Если у вас 100 самих бедер, то добавьте 5 сантиметров на свободное облегание. Вот, первым делом вычисляем, да, нашу плотность вязания и считаем, сколько петель нам нужно набрать. Набираем нужное количество петель и вяжем резинку в образце. Она у нас 6 на 2, я так вижу. 6 на 2. Вот. Далее переходим на платочную вязку и вяжем 30 сантиметров в общей сложности. Вот. Вместе с резинкой. Далее мы добираем петли. Если смотреть в сантиметрах, то где-то здесь 10-12 сантиметров. По образцу вот этому, который я вижу. Не больше. Вот. Ну, может, 15 максимум. Ну, тоже зависит от вас, какой рукав вы хотите. Вот, давайте напишем максимум 10-15 сантиметров. Я имею в виду женский размер. На детский, соответственно, это будет другое число. И вот мы добираем эти петли здесь с обеих сторон и вяжем ровно. Вяжем ровно, пока у нас от конца, от начала вязания не будет 48 сантиметров. На высоте 48 сантиметров мы начинаем делать горловину. Так, я сказала, что глубина у нас 12-13 сантиметров. Здесь по центру у нас
13-15 ориентировочно. В сантиметрах. Все исчисления идут в сантиметрах. Здесь мы по одной петле в каждом лицевом ряду, ну, в каждом втором ряду закрываем, да, для скоса. Петель 5, не больше. И далее до нужной высоты продолжаем ровное вязание. Вот, по сути, у нас все. Да, высота у нас, когда у нас все у нас, когда у нас 50 сантиметров. То есть ровно половину мы связали. Теперь нам нужно эту половину продублировать. То есть мы ничего не закрываем, мы продолжаем наше вязание. Вот мы дошли до вот этого сгиба. Добираем петли, вот сколько мы здесь закрыли, сколько мы здесь добавили. Вот, в каждом втором ряду. И потом, вот сколько мы на пройму закрыли, столько же и добавили. То есть вяжем каждую часть отдельно, добавляем эти петли. Потом вяжем эту часть, добавляем эти петли, потом по центру добавляем оставшееся количество. То есть по итогу у вас должно получиться вот это число. Все ровно у нас вот это ровное полотно. Далее, сколько мы здесь закрыли, добрали, здесь закрыли 10-15 сантиметров. Все точно так же. И до конца довязываем, полностью дублируем вот эту вот часть вместе с резинкой. Так, можно, потом мы вот этот шов, вот, складываем вот так пополам, вот он наш сгиб, и сшиваем боковой шов. Можно его не сшивать, можно привязать его. Но это для более опытных. Для новичков я бы не заморачивалась. Вот связала бы такое полотно и сшила боковые швы. Потом по горловине набираем нужное количество петель. Горловину я вижу достаточно широкую. Ориентировочно где-то, если брать 50 сантиметров здесь в бедрах, то горловина у нас 80-90, вот вся горловина где-то 80-90 сантиметров. Вот такая она объемная, широкая. И вяжем высоту. Тут уже очень просто, потому что высоту мы вяжем столько, сколько нам хочется. То есть мы уже можем на себя мерить, посмотреть, прикинуть, переспать с этой мыслью, потом сделать так, как нам хочется. Все, девчонки, вот такой вот сегодня экспресс-мастер-класс. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!